Количество транзакций в эфириуме бьет все рекорды. Как сообщает WebRazzi, Виталик Бутерин, соучредитель проекта «Эфириум», объявил о том, что за 24 часа было проведено более 500 тысяч транзакций в эфириуме. Это количество даже на 40 тысяч больше, чем максимальное количество транзакций, совершенных в биткоине, который является самой первой и самой дорогой криптовалютой на рынке. Данные показатели свидетельствуют о высоком спросе пользователей на сеть «Эфириум». Тем не менее, рекордное число транзакций не оказало сильного влияния на цену эфириума. За прошедшую неделю цена оставалась довольно стабильной, и сейчас она колеблется в районе $370, постепенно увеличиваясь.